В каждом человеке океан скитания, счастье и обиды, небо и земля, и любовь, как роза, сад растет с цветами, в каждом человеке вселенная своя. Победителями 7-го межрайонного литературного конкурса для детей и подростков Подмосковья «Люблю тебя, мой край родной» стали 34 человека, среди них ребята из Ленинского района. Олеся Меркушева, учащаяся 7-й Видновской школы, первый раз участвует в творческом марафоне. И сразу успех. Она стала победительницей в 2 номинациях. Насколько себя помню, я всегда любила читать, и, пожалуй, единственным моим увлечением было чтение и писательство. И с самого детства я писала стихи, короткие сначала, потом уже в моих стихотворениях начал появляться какой-то смысл, и я поняла, что да, это действительно то, чем я хочу заниматься. Организаторы конкурса и ставили своей целью выявлять и поддерживать юных авторов, обладающих литературным дарованием. За 12 лет существования конкурса более 1000 ребят приняли в нем участие. Сотни ребят из Подмосковья, тысячи работ были представлены на этом конкурсе. И в этом смысле можно сказать, что конкурс выполнял свое замечательное дело, потому что он прививал вкус ребятам к творчеству, к литературе русской, к русскому языку. Я хочу, чтобы вечное лето нам по венам пускало счастье. Чтобы зайчики, слуги света, оказались в зеркальной власти. Литературный конкурс 2016 «Люблю тебя, мой край родной» проводился по номинациям «Проза, поэзия, журналистика». Посещала кружок «Юный журналист». Пишу разные статьи. Больше всего пишу о где я живу, то есть что на какие новости там и где я учусь. Финал конкурса проходил в детской школе искусств. Учащиеся музыкального учреждения подарили участникам межрайонного марафона свои красочные номера. Людмила Медведева, Владимир Адрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.